Вашему вниманию 4 ключевые миссии работников света в 5D-переходе, читает Лора. Сейчас в обществе царит безумие и путаница из-за большого количества целенаправленного обмана и ложного направления. Но нет, если вы разбираетесь и фокусируетесь на своей миссии здесь, в переходе. Какова же ваша цель? Для чего вы воплотились конкретно в этот момент? Понимание этих важнейших вопросов может обеспечить много спокойствия ума и избавить от усилий впустую. Итак, вот 4 ключевые миссии работников света в переходе. Общая миссия. Благожелательности. Я обеспокоен тем, что хотя на поверхностном уровне происходит много освещения вмешательства, все же многие духовные и альтернативные комментаторы упускают из вида общий финал игры. По всей Земле начали происходить драматические изменения, спровоцированные благожелательным переходом к 5D-сознанию. Тем не менее, иногда вы можете ощутимо почувствовать боль и усилия, направленные на исправление старой 3D-конструкции. Это подавляет душу, подрывает мотивацию и наносит ущерб благополучию. Простой переход в понимании и восприятии позволил бы решить эту проблему. Мы здесь не для того, чтобы вылечить ситуацию в обществе. Речь также не идет о сознании новой устойчивой 3D-ситуации. Все дело в том, чтобы распутать старую кармическую конструкцию и перейти в 5D. Гая и благожелательность, и это уже началось и идет полным ходом. На что вы направляете свое внимание и фокус? Раздел. Теневое правительство в своих всевозможных махинациях за последние 2 года и обнулением не находится на руководящем посту, как многие это видят, и против чего выступает. Невольно люди передают свою власть с этим заблуждением. Теневая сторона реагирует на основные энергетические сдвиги, происходящие в поле, и массовое повышение сознания. Они готовятся к тому, чтобы вывести часть человечества в метавселенную и за пределы планеты. Для 3D-глаз, когда болото всколыхивается, это просто выглядит так, как будто они одерживают верх. Будьте уверены, это не так. Однако это зависит от того, куда вы направите свое внимание и фокус, где вы видите, как все это происходит. Если вы поймете свою цель и предназначение здесь, то это сделает вашу жизнь намного проще и гармоничнее, потому что вы начнете видеть, что каждый странный изгиб и поворот идут в ногу с переходом. По сути, мы здесь для того, чтобы возродить Землю и восстановить гармонию здешней жизни, но в более высокой вибрации. Это будет достигнуто путем удержания позиции, распутывания энергетического поля, взбалтывания и удаления диссонирующих частот. Да, это будет выглядеть мутным и грязным, когда болото очищается. Но не обманывайтесь, думая, что мы каким-то образом отстаем, когда вы понимаете, почему вы здесь, верно обратное. Итак, вот 4 ключевые миссии работников света. Узнайте, какая из них наиболее применима к вашей конфигурации. Или, может быть, вы узнаете себя в нескольких или во всех из них. 4 ключевые миссии в переходе раздел. Первое. Просвещение, пробуждение и исцеление других. Есть много людей, готовых быть просветленными, пробужденными и исцеленными. Это будет ускоряться по мере того, как переход раскрывается, но чтобы было ясно, это гораздо больше, чем просто пробуждение на интеллектуальном уровне к системе контроля. Это пробуждение души и ее взаимосвязи со всей жизнью. Это пробуждение гораздо более широкой картине. Многие из вас будут
обладать способностью с помощью практик самореализации пробуждать людей. Однако важно помнить, что речь идет не о том, чтобы пробудить всех. История показывает, что сдвиги происходят в волнах пробуждения. Некоторые из них не готовы на данном этапе, и это может привести к истощению вашей энергии. Поливайте и проливайте свет на плодородные семена. Второе. Распутывание энергетического поля. В 2012 году с галактическим выравниванием Гая переместила свой центр сознания в 5D. И по крайней мере в течение последнего десятилетия более 200 видов живых существ и растений переходили из 3D, вымирая здесь ежедневно. Переход идет полным ходом. Однако, чтобы сделать поездку как можно более плавной, требуется, чтобы извилины в энергетическом поле и старой кармической конструкции нуждались в распутывании. Те, у кого есть осознанность, могут делать это в пределах своего сознания. Вы обнаруживаете, что вас тянет в определенное место, и вы совершаете любопытные движения или говорите на языке света. Затем вы можете увидеть отражающую синхронность ваших действий и окружающих знаках и символах. Это может быть, например, в движении облачных образований. Третье. Перестройка вмешательства. Земля была втянута в земное вмешательство, которое контролировало энергетическое поле и гибридизировало человечество, чтобы оно соответствовало этим ограничивающим частотам. Временами это было жестко, однако многие из этих вмешивающихся групп видят ошибочность своего пути. Поляризация и демонизация не соответствуют ситуации. Это только закрепляет дисгармонию и означает, что мы только воссоздадим подобную конструкцию дальше по пути. Многие работники света обладают способностью протягивать руку и общаться с этими группами в своем существе. Вы твердо стоите в своем энергетическом поле и выражаете прощение, но с мощью. А также создание порталов для направления вмешивающихся групп в ангельское царство или еще дальше в космос. В конструкции реальности, более соответствующей их вибрации и требованиям к обучению в это время. Для тех, кто чувствует резонанс, энергетикам и работникам света нужно избавиться от страха и вспомнить, как настроить этих существ в их поле, тем самым направляя их обратно к свету. Четвертое. Удержание позиции. Вы можете обнаружить, что вас тянет к ключевому месту на Земле, которое не обязательно может быть тем, чего вы больше всего хотели бы. Возможно, вы не понимаете почему. Исследуйте глубже. Возможно, вы один из тех, кто удерживает позиции 3D. Вы предназначены для того, чтобы наполнять и закреплять энергию высших измерений, просто удерживая пространство и выражая там свою подлинную чистоту. Вы начнете разрушать энергию вмешательства и выкапывать ее с корнем. Это означает, что теневая сторона больше не может цепляться. И по мере того, как Земля очищается, в кульминации события, тогда вмешивающееся сознание будет полностью очищено Земли, тем самым подготавливая планету к новому началу в 5D. Следующий раздел. Атлантические видения будущего приземляются сейчас. Недавно у меня было потрясающее видение будущего, приземляющегося сейчас в моей собственной жизни, осознанное сновидение в кульминации этого сдвига. Я возвращал группу людей назад во времена Атлантиды и Великого переворота, произошедшего там около 12 тысяч лет назад, в завершении последнего сдвига. Они действительно
пробуждали людей своим сознанием, распутывали поле и перестраивали противоречащее сознание. Когда старая реальность дестабилизировалась, я понял, что для меня путешествие было стимулированием видения будущего. В медитативном путешествии группе я представил им стену воды, надвигающуюся вслед за солнечной вспышкой, которая ускорила кульминацию сдвига полюсов. Когда я всмотрелся в горизонт, он выглядел как горный хребет, вздымающийся в небеса, но быстро приближающийся к нам. Мы удерживали позиции в ключевых точках планеты, закрепляя согласованные частоты. Затем гигантская волна поглотила нас. Я обнаружил, что тотчас же перемещаюсь в процессе маха-самадхи в тело света. Но, как бы ни странно, поднимаюсь через 3D-энергию волны, хотя теперь я был 5D. Я плавно поднимался сквозь зелено-голубую воду, прежде чем вырваться на поверхность и окунуться в новую парадигму. Вокруг меня были другие души, всплывающие на поверхность в радости и освобождении. Осознанное сновидение было совершенно необычным, очень пророческим о будущем. Не было никакого страха перед 3D-смертью. Вместо этого огромное волнение и радость от освобождения. Следующий раздел. Охватывая большую 5D-картину. Вы уже поняли свою роль в этом переходе. Понимание этого становится крайне важным по мере того, как ситуация начинает обостряться. Вас может тянуть, сменить место работы или работать определенным образом. Вы можете обнаружить, что начинаете говорить на странных языках света или произносить интонации, которые, казалось бы, не имеют смысла, но они, вероятно, будут иметь решающее значение для сдвига и вашей цели здесь. Посмотрите за пределы шумной 3D-драмы. Работайте над тем, чтобы отбросить личные желания и открыться возможности божественного служения. Это может означать смену места жительства или того, как вы живете и работаете. Если вы окажетесь в одной из этих ролей, это принесет вам огромное удовлетворение и обогащение на уровне души. Прежде всего, работайте над тем, чтобы охватить более широкую картину того, к чему все это на самом деле ведет. Что на самом деле представляет собой окончание игры. Переход в 5D-сознание. Это сделает вашу жизнь все более гармоничной и полезной, даже когда тень будет метаться в своих шумных бросках в конце игры. Будущее определено. Давайте примем нашу цель и сделаем переход к ней как можно более плавным.